Сконструировать дрон и стать его пилотом. Скоро это станет возможно для жителей районного центра. Возраст значения не имеет. Центр внешкольной работы планирует открыть новое объединение, которое поможет иерусалимцам освоить актуальное техническое направление и испытать на себе дрон-рейтинг. Это все благодаря победе в конкурсе на грант президента Российской Федерации в номинации «Развитие гражданского общества», который проходил с августа по октябрь. Проект «Мастерская дронов» будет интересен людям разного возраста, в том числе благодаря самопрезентации на зрелищных воздушных гонках. То есть там будут компоненты, будут готовые модели, и мы сможем просто все это брать, объявлять мероприятия, показывать, как это работает. Это не очень сложно, все доступно, причем пенсионерам, детям. Техника привлекательная, относительно, ну, безопасна, она самая большая, наверное, опасность для этой техники – утонуть в раковине. Важно, что некоторые компоненты будут изготавливаться совместно с новым объединением FabLab с помощью 3D-принтера и других устройств. На выходе пилоты, вооружившись самостоятельно изготовленными дронами и VR-очками, станут участниками очень популярных по всему миру гонок, для которых планируется закупить и специальную трассу.